Ну что ж, всем привет! Продолжим играть в Hotline Miami 2. Так, в прошлый раз типа была съемка, но нас типа по правде. Чё типа? Нас серьезно же застрелили. Теперь подзащитный утверждает, что ему приказывали совершать эти убийства путем сообщения на его автоответчик. Вы проверили это заявление? Да. И что вы обнаружили? Автоответчик... Автоответчик подзащитного был пуст, пленка отсутствовала. Вы нашли улики, подкрепленные... Так, вы нашли улики, подкрепленные заявления о звонках с угрозами. Нет, сэр, не нашли. Ясно, больше вопросов нет. Вы говорили, что не нашли физических улик в поддержку заявлений моего клиента. Как насчет архивов операторов связи? Полиции ведь не трудно получить доступ к такой информации. Да, мы изучили записки о звонках подсудимого. Вы нашли какие-нибудь звонки, которые могли подкрепить заявление моего клиента? Да, сэр, подзащитные действительно звонили. Подзащитному действительно звонили. В тот самый временной промежуток, который он указал. Но вам удалось отследить источник этих звонков, если так, откуда они поступали? Да, они поступали из ночного клуба под названием Golden Truck Stop. Теперь мой клиент утверждает, что совершить преступление... за которое он находился перед судом, его принудили. Принудила русская мафия. Опять русские во всем виноваты. Ну, без этого ж никак. Ну, во всем всегда должны быть виноваты русские. Особенно русская мафия. Если у полиции какая-нибудь информация о связи Golden Truck Stop с русской мафией, которая могла бы подтвердить слова моего клиента. Действительно, заведение несколько раз отметилось в хронике мафиозных разборок. Однако, это все, спасибо, не понял. Больше вопросов нет, а почему дальше не выслушал? Свидетель может сесть, суд удалился на перерыв. Заседание продолжится завтра в 11 часов. Подсудимый останется под стражей. Это кто? Репортер какой-то? Ну, явно. За репортера теперь. Опять будем творить какой-нибудь беспредел. Телефончик. Вы позвонили в полицейское управление Майами. Чем могу вам помочь? Я хочу поговорить с детективом Пардо. Скажи, что это Эван. Минутку, щелк. Что ты хочешь, Эван? Я занят. Эй, Мэнни, я в здании суда. Собираю информацию по маньяку в маске. А я тут при чем? Они говорили про Golden Truck Stop. И про связи с мафией. И? Я подумал, может быть, ты знаешь, с кем я могу поговорить про это. Это конфиденциальная информация, ты ведь знаешь. Я не могу о таких вещах распространяться. Слушай, я действительно занят. Не начинай, за тобой должок, помнишь? Ладно, иди на северо-западный угол 37-й авеню. Спроси Петро и скажи что-то от меня. Не обещаю, что он разговорится, но это единственный контакт, который у меня есть. И больше не звони мне на работу. Хорошо. Никаких больше одолжений. Так, секундочку. Так, ладно, продолжим. Так. И нам куда? Было как-то неочевидно, что нам туда. А, люди. С ней можно поговорить. Оу, вы меня кто-нибудь меня слышит? А может быть видит? Оу, репортеры, скандирующие с плакатами. Ну да ладно, как всегда. First Real. Так, это вот где с этим нужно говорить.
Стойте, сэр. Чтобы войти, нужно приглашение. Мне нужен Петров. Блин. Так. Так, продолжим. Мне нужен Петров. Скажите ему, что я от детектива Пардо. Я так не думаю. Если у тебя нет приглашения, тебе лучше уйти. Ну ладно. Так. Забила, теперь хочет оживить. Охереть. Какой ты странный репортер. Или журналист. Не, журналист, он же писал. Так. Бом-бом-бом. Помогите, вызовите скорую. Произошел несчастный случай. Есть там кто-нибудь? Да вообще-то похер на тебя все. Фак. Ясно. Ясно. А, он не может поднимать оружие. Это не очень прикольно. Значит, мы будем всех избивать. А лучше возьмем... А, он разряжает оружие. Так, 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 так. Оп. Неплохо сработано. Так, вас завалить нужно. Фак. Не получилось, не получилось. Не вышло. Так, всех огрели, всех огрели. Так. Оп, неплохо. Так, иди сюда, дружище. Фак. Может, нет, у вас же не получится, у вас. Херово. Так. Сложнее немножко уровень. Разрядить. Вот так. Чтоб никто не смел взять. Кстати, может быть, здесь попробовать. Опа. Опа. Разрядить можно. Фак. Вставай. Он уже не встанет. Жаль. Так, ладно. Хватит моей с фигней, пошли. Давай. Мы должны добиться правды. Так. Фак. Как я мог так облажаться? Не спешим, не спешим, не спешим. Так, сюда, сюда. Что хорошо кончается. Так. Floor clear. Так, на второй этаж, на второй этаж. У вас здесь вообще дохерища. Везде одни окна. Это нечестно. Так, ясно, они ходят по кругу. Ждем. Оп. Так, хер ты там стоишь. Как можно было так облажаться?
по-моему, ошиб дверью. Вставай, вставай. Без обид. Похер. Так. Оп. Всех положил. Кто ты, черт тебя дери? Я. Ты Петров. Я пишу книгу про маньяка в маске. Детектив Пардо сказал, что я могу поговорить с тобой об этом. Детектив Пардо так сказал, он твой друг. Так точно, сэр. Не очень хороший он тебе друг, раз послал тебя сюда. Да, думаю, в этом вы правы, сэр. Книга, которую ты пишешь, должна быть очень важна для тебя, раз ты рискуешь жизнью, приходя сюда. Я это у тебя есть. Ну так что ты хочешь знать? У тебя есть два вопроса. А потом валяй отсюда. Ладно. Полиция говорит, что убийцы в масках были из движения народных мстителей. Вы разделяете это мнение? Нет. Я не думаю, что это были мстители. Они были слишком организованы. Они точно знали наши позиции и распорядок наших дел. Я не знаю, откуда они были, но это точно не мстители. Как вы думаете, почему они выбрали целью именно русскую мафию? Что они искали? Не могу сказать. Но они, по сути, уничтожали всю нашу организацию, а затем исчезли. Они знали, что делают. Были очень хорошо подготовлены. Мы парочку взяли живьем, попытались расколоть их. Ни один не заговорил. Ни один. Ладно, хватит вопросов. Теперь скройся. Level clear. Можно еще стекла побить. Ладно. Так. О, все корчатся. Даже одного прибили. О, так это вообще двойка. Чё так херово? Я ж неплохо так и прошел. Ладно, ну, тут же на время. Так, это... А, это что, Пардо и мы. Ну и денек. Что? Что-то случилось? Нет, ну, да. Это Петров, он не захотел меня видеть. Меня чуть не избили. За то, что попытался войти. Хе-хе, ты действительно туда пошел. Не думал, что ты решишься. Иногда я не понимаю, зачем я с тобой общаюсь, когда ты успела стать таким мудаком. Ну, я же сказал тебе, что лучше писать про майского потрошителя. Это гораздо более запутанное дело, и тебе не пришлось бы общаться с мафией. И к тому времени, как выйдет твоя книга, люди забудут об этих мстителях. Кроме того, я купил себе пиво. Разве нет? Ты особо не пострадал, правда? Будем считать, что мы квиты. Спасибо за пиво и все остальное, но за тобой все равно должок. Ладно, не забывай, я рискую своей работой. Если кто-нибудь узнает, что я делаю тебе наводки, мне конец. Скорее тебя уволят за некомпетентность или другие безобразия. Удивляюсь, как они до сих пор тебя не уволили. Я устал, пойдем отсюда, ладно? Да, мне тоже нужно поспать. Подвезти тебя? Попробую успеть на автобус. О, теперь мы с детективом. Итак, сегодня вечером мы отправляемся в какое-то особое местечко. Местечко. Да, мой приятель Джек рассказал вам... Так, что-то я тут потерялся. Да, мой приятель Джек рассказал мне об этом местечке. На 184-й улице. Настоящая дыра. Все здание населено наркоманами и бомжами. Типа как здесь? Хе-хе. Иди в жопу, Марк, короче. Сестра моего друга тусовалась с этой швалью. Дома не появлялась неделями. Он просил нас доставить ее домой и проучить ее дружков.
Слушай, мы теперь на побегушках у твоих друзей, что ли? Разве в прошлый раз мы не тоже самое делали? Тогда я никаких жалоб не слышал. Что-то я начал херово уже. Это все читать. Блин, неудобно. Прыгают эти буквы. Мне неприятно такое читать. Хотя, было бы другое, выделялось бы из стилистики, было бы не очень. Мы не можем прочесывать улицы, разыскивая этих козлов. Мы сразу попадем в тюрьму. Ну да, верно говоришь. Да. Но я не подписывался геройствовать. Спасать женщин и прочую херню. Не мое это. Я просто хочу адреналина. Адреналин. А что, у тебя есть идеи получше? Или нам нужно просто остаться здесь и ругаться всю ночь? Я, черт возьми, точно здесь не останусь. Я готов действовать. Ладно, я тоже пойду. Но если что-нибудь случится с девушкой, это не моя проблема, ясно? Да, в принципе, ясно. Пошли из этого бомжатника в другой бомжатник. Валить бомжей и наркоманов. Moving up. No weapons. Kill punch. Killing punch. Давай за тебя. Я так понял, он оружие не берет и сидит голыми руками. Интересно, как я люблю он без оружия. Вообще-то это легко. Так. Типа того. Так, побегаем сюда. Да, садись на него. Оп. Ага. Вроде бы все неплохо проходит. Довольно-таки шустренько мы здесь справляемся. Никто не ходит. Никто. Ага. Так. Раскидка какой-то уровень. Ох, блин. Лор. А, туда. Да, можно было выйти. Так, что я тут кругами бегаю, только время трачу. Так, дружище. Так. Нужно было осторожней. Прячемся. Так. Ничего опасного. Так. Опасно все-таки. Давай, я ж тут видел тебя. Блин. Оп. Оп. И оп. Так. Крова. Ясно. Оп. Собака. Жестоко. Так, как мы здесь этим справимся? Делом довольно просто. Там. Ясно. Все с вами ясно. Так, херово. Эй, козлы. Оу. Так, может этих попробовать выманить?
Пачка! Ого! Как это было глупо с моей стороны. О, блин, чуть не застрелили. Гав-гав. И тебе по морде, собачка. Ох, я идиот. Так, псина, псина. Так. Ясно. Пробовать. Ох, ёпарасоте, нахера я так вышел? Что же ж не так? Фух. Да, ребята, блин. Я просто попал, я выжил. Это халява какая-то. Да хер еще. Теперь нужно как-то этих замочить здесь всех. Сколько? Один остался. Один. Фак, вот он. Так, нужно немножко успокоиться. Оп-оп. Было столько. Лазил оттуда. Здесь их приманить. Так. Вот. Засранен. Оп. Оп. Попал. Я не сдох. Один выстрел выдерживает. Это круто. Фух. Вот знаю, что игрушка вышла на третьей Соньке. Может быть, даже и на четвертой есть. Но вот мне интересно, как на геймпаде можно будет в это играть. Это ж нереально пиздец будет. Как я матёра тут всех разнёс. Так, 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 так. Один, один остался. Ну, то есть двое. Как этого замочить? Как мне повезло, охеренно. О, как раз. Назад. Эй, полегче. Я пришел просто забрать тебя. Нас послал твой брат. Мы не причиним тебе вреда.
Мой брат? Вы только что убили всех моих друзей. Слушай, снаружи ждет машина, поэтому бросай пушку. Пора идти. Мы отвезем тебя к брату. Вы думаете, что я поеду с вами? Вы с ума сошли? Вы убили моих друзей. Я не собираюсь ехать с вами. Теперь оставьте меня, козлы. Иначе окинусь. Ладно, как знаешь, мы валим отсюда. Дура. Нужно было соглашаться ехать с нами. Тебя ж повяжут, скажут, что всех убила ты. Так. Нет, заблудился. Вот. Так, стоп. Вот так. Это выход или не выход? Я, блин, заблудился. Это... Да, вот это выход. Ай. Так, садись. Вот как-то так. Что мы получили? 3 с плюсом. Херово. Вот, маскоутки. Алекс Эш. Ты скоро закончишь. Сейчас не время тянуть резину. Если пойдет... Если пройдет коп, у нас тут... Фак. Если пройдет коп и нас тут увидят, от твоего нытья быстрее дело не пойдет, ясно? Кроме того, я тебя уже несколько недель назад просил починить фургон. Точно. Я все равно не понимаю, почему это должен делать я. Это не мой фургон. Просто, блядь, делай это. Ты из нас один. Не занят работой круглый день. Отвези его в авторазборку к Энди. Ой. Он передо мной в долгу. Ладно, просто заведи машину, я сделаю это завтра, хорошо? Вот, кажется, все. Попробуй завести ее и давай убираться отсюда. Садимся и куда-то уматываем. 21.13, 91 год. Вау, акула. Оружие. Я хочу оружие. А, так. Серп, молот. Это, случайно, не русская мафия здесь? И не за русскую ли мафию мы сейчас играем? В чем дело? Ты что-то нервничаешь. Ну, босс, что-то хочешь сказать? Говори смело. Слушайте. Мы уже давно друг друга знаем, босс. Вы много для меня сделали. Хватит любезностей. Давай к делу. Отлично, я хочу завязать. Я уже слишком стар для этого. Я чувствую себя слишком мягким. Слишком мягким? Слишком мягким для чего? Чтобы стрелять в людей. Жопу свою подставлять под пули. У меня уже давно такое чувство, что я скоро сорвусь. Мне все снятся эти сны. Сны? Хочешь уйти? Уходи. Но сперва ты для меня сделаешь одно дело, лады? Какое дело? Ничего сложного. Авторазборка в центре, на Тюстра-авеню. Теперь они снюхались с колумбийцами и перестали нам платить. Не волнуйся, это просто уличная шпана. Для тебя разобраться с ними раз, плюнуть. Расплюнуть так расплюнуть. И потом я смогу уйти. Да, хотя ты сможешь спокойно вернуться, если передумаешь. В качестве прощального подарка захвати образец нашего нового продукта. Возможно, он оживит твою новую скучную жизнь. Наркота. Мы будем под кайфом всех валить. Вау. Так, мне вот кое-что интересно. Тут ничего случайно взять. Я знаю, что тут есть кое-какие секретики, которые влияют на сюжетность. Блин, не могу больше выйти. Ладно. О, это наша тачка. Блин, почему у нас тачка не крутая? Это... Что это? Я хочу эту. Дайте мне эту машину.
также какая-то странная. No mercy. Так, пистолет ЗО с глушаком. Фак, стекло. Грёбаное стекло. Как же я тебя заметил? Что-то я начал тупить. Да попади же ты. Фак, стекло. Не люблю я здесь пистолеты. Как-то криво стреляют. Фак. Лучше я всех скейтом замачну. Хотя, может быть, и пистолет не так уж и плох. Но мне больше кувишка здесь нравится. Поинтересней будет оружие. Так, лучше зайти снизу. Вдох. Куда же он денется? Оу, нет. Ух, слава богу, не убил. Так, есть какое оружие еще? Оп. Так, неплохо. Оп. Дружище. Так, здесь кто-то еще остался. Так, нам туда. Нет, сколько? 3 патрона, здесь 30. Лучше это взять. Так. Семь. Блядь. 10 их там убил. Так, оружия у меня нет. Фак. Так, хорошо. Так, вот это вот чмо с дробовиком. Вот так. Нету больше с дробовиком. Ясненько. Оп. Не реагирует. Так, зачем я выбросил? Так.
Ага, а вон там еще тусуются. Гады. Так, так, так. Так, херовое оружие взял. Придется пистолет взять. Один остался. С тобой, я думаю. Так, 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 так. Все покуда довольно неплохо. А вот теперь плохо. Даже очень. Простреливается. Оп. Один патрон. Хуёвенько. Даже очень. Вот так. Ну чё, неплохо. Так. Мы на выход? Мы уже все выполнили. А вот и нет. Нам не говорят на выход. О-о-о. Так, ясно. Как здесь поступить? Ребята! Попробуем отсюда начать. Охо, охо, я тут. Так, так, оп. Охереть, мне повезло. Опс. Так, что-то я растерялся. Время забываю про это чмо. Даля. Ах, да нет, хочу цепь. Так. Ясно. Неправильно. Опять же, неправильно. Никто не заметил. Это хорошо. Ох, с
Совсем забыл про стекло. Стекло. Ох ты ж. Ёпарасете. Собака. Делом, конечно, было бы проще, но... Я хочу по-своему, я не хочу по-простому. Сколько раз я буду это пробовать? Собачка, собачка, собачка. Может быть, снизу пройти сначала? Ты ничего не слышал. Ты ничего не слышал. Так, хорошо. Какие-то странные собаки здесь упоротые ходят. Так. Там еще осталось сколько? Стрёмно, там один с дробашом. Нет, никакого дробовика. Блин, всё выбросил, во я мудак. Так. Фак. Как он успел? Ух, блин, я ж в таком напряжении, что ж пипец. Пёсик. Опс. Оу. Чуть не проебланил. Так, тут всех... Нет, кроме одного. Да вылазь ты, Йоно! Ох ты ж, блин. Здесь ничего взять нельзя, интересно. Тут же как-то там...
Все, жаль. Куда я выкнусь? Так. Наш? О, наш чемодан. Круто. Интересно, чемодан нам останется или нет? Или мы вас отдадим? По-моему, он только говорил проучить их. Да пролазь ты. А, не пролазит. Ладно, значит... Эй, что за... Блин. Эй, ты что за хрен? Думал, что тебе с рук сойдет? А? С рук сойдет? Я просто здесь работаю. Кто ты? Ты меня пугаешь, чувак. Сегодня твой счастливый день, парень. Этот мешок только что спас твою жизнь. Я сваливаю отсюда. Советую тебе сделать то же самое. А теперь уйди с дороги. По-моему, мешок достается нам. Опять 3 с минусом. Фак. Вообще пофиг. Главное пройти. Мне интересно. Значит, главное... Это кто, мужик или тёлка? Это наш дом. А где вход? Вход в дом. Дверь же. Почему я не могу зайти? Фак. Я пропустил дверь. Твою ж налево. Привет, дорогой. Добро пожаловать домой. Я приготовил тебе обед. Он в холодильнике. Съем позже. Я сейчас не сильно голоден. Да, трудный день был. Я не уверен. Я уволился со своей работы. Ты уволился? Просто так? И твой бы тебе позволил. Ты ведь говорил... Слушай, я ушел и все. Кстати, у меня для тебя сюрприз. Но... Что? Что это? Увидишь завтра, хорошо? Сейчас слишком устал. Я иду прямо в кровать. Ты еще не будешь ложиться. Блин, я что-то... Я досмотрю передачу через минуту. И приду через минуту. Ну хорошо. Что-нибудь взять можно? Потрогать там? Нельзя. Отлить? Тоже нельзя. Второй этаж. Неплохо таки живем. Спортзал даже есть. Охереть. Мне бы такое. Правильно. Под кроватью самое лучшее место, чтобы прятать деньги. Я не удивлюсь, если сейчас кто-нибудь стырит. О, классная музычка. И мы уже едем, или это нам снится? Вы слушаете радио WUL Miami. Новая свежая музыка каждый день. То, что вы любите. И когда вы любите. Это наш девиз. Сегодня прекрасный день, солнце сияет, на небе не облачко. Такая погода поднимает настроение кому угодно. Поднимает. Да, упорот я сегодня тоже сильно. Сегодня нас ожидает премьера нового горячего сингла от группы Перетурбатор. Что за название? Ужас. Тем временем послушайте новую песню любимца публики Митча. Бип-бз. Мы переживаем передачу для экстренного сообщения. Тропическая буря приближается к Флориде со стороны Атлантического океана. Согласно прогнозам, она достигнет Майами к 7 часам вечера. Предупреждаем всех жителей. Бз-бз. Опять этот петух. Неплохая у тебя машина. Куда мы едем? Я уезжаю далеко, куда глаза глядят. Мне все равно. Ты уверен? Ты хотя бы знаешь, куда направляешься? Без выбранного пути много людей ходят по кругу. А такой путь выглядит не очень привлекательно. По-моему, нас глючит уже. Я не спрашивал твоего совета. Могу сказать тебе, что эта дорога не придет никуда. Или точнее, ты движешься в тупик. Вот куда ты движешься. Ты приближаешься к стене и приближаешься быстро. Ты ведь уже знаешь об этом, правда? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Скоро увидишь. Кстати, ты забыл взять свою подружку. 21-13, 91 год, Флорида. Я же говорю, у тебя их свистнули. Мудак, как можно было спрятать мешок денег под кровать? Я бы хер их под кровать спрятал. Я придумал что-нибудь получше. Мэри.
Мэри давно смылась, наверное, с твоими денежками. Так, О, что это? Привет, дорогой, извини, ты бы сделал то же самое, будь ты на моем месте. Ну, естественно, свистнули наши деньги. Люблю, Мэри. Фак. Да, чувак, нехорошая у тебя подружка. Экзекушен. Или экзеку... Как там оно правильно должно считаться, хер его знает. Так, мы упарываемся. Неправильно набран номер. Повесить трубку и повторить попытку. Бип-бип. Бип-бип-бип. Я люблю новый бан. Так. Опа. Фак. Вот это было неожиданно. О, диджей. Я думал, его можно было убить. Но нет. Убили нас. Так, нехер в толчке сидеть. Так, перед тут пазл. Звука. Нехило так мы всех завалили. Сюда, сюда. Так, всех? Фу. И что дальше? А, второй этаж. Второй этаж, блин, музычка здесь вообще шикарная, обожаю. Не получилось. Теперь получилось. Блин. Как мы шикарно справились. Довольно-таки неплохо. А теперь куда нам? Нам вообще куда? А, он к нему. К обдолбанному чуваку. Слушай, я не знаю, я говорил тебе. Что-то странное происходит. Понимаешь, о чем? О, ты уже нихуёво-таки обдолбался. Наверное, все сожрал. О, тут и наша вся компания уже. Круто! Что-то странное происходит, понимаешь, о чем я? Видишь это? Смотри, вон там, видишь? Что это? Наверное, мне что-то подсыпали в стакан. То есть этого просто не может быть. Это словно... Ого, это маски. Мы что, в джунглях? Я хочу в джунгли. В общем, я ухожу. Я тебе об этом говорил. Хватит, слышишь? Я ухожу. Все, хватит. О, чувак, да ты в бреду. Яп. Ух ты, бля. Что? Ты бьешь меня? Я просто хочу домой. Ты можешь позвонить Мэри. Она заберет меня. Это кровь. Я истекаю кровью. Мне нужно в больницу. Парни, слушайте. Я просто хочу домой. Да не, домой ты уже не поедешь. По-моему, тебя закопают. Ой. Шикарная игрушка, но неплохо-таки выматывает. Что мы тут получили? 4 с плюсом. Неплохо, хоть когда-то неплохо у нас получается. О, Мишка. Марк. Гризли. Так. Климакс. А у кого климакс, а? Признавайтесь. О, 85-й год. Так, ладно.
Так, к слову. К слову, думаю, что стоит здесь остановиться и продолжить в следующий раз. Так что всем спасибо и всем пока.